Главные герои проекта – Сочи и сочинцы. У передовой памяти много особенностей, но цель одна – дать возможность всем и каждому еще раз прикоснуться к отдельным страницам великой истории, великой победы. Время – лекарь. И эту роль повторяет оно со всеми. Но бывает людская боль, над которой не властно время. Ах, война, что ты сделала подлая, стали тихими наши дворы. Направлен проект и на патриотическое воспитание молодежи. Руководитель проекта «Передовая память» Людмила Ищенко уверена, общими усилиями можно сделать так, чтобы подвиги прадедов помнили и чтили будущее поколение. На самом деле это не только название проекта, потому что «Передовая память» как таковая – это ее бессмертие, наша история и совесть, если хотите. И это не громкие слова, потому что память не может обмануть. И ее обмануть нельзя. А вот в нашем случае это вообще невозможно, потому что мы работаем в тесном сотрудничестве с музеем истории города-курорта Сочи. Так же, как и в проекте «Однажды в городе С». «Передовая память» – это продолжение проекта «Однажды в городе С», в том числе и стилистическая часть программ, также в клиповом исполнении. Музыке уделили особое внимание. Звучать будут не только песни военных лет. И каждый кадр здесь вместо тысячи слов. И это уже заслуга режиссера монтажа Александра Нея. Материалы проекта, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, это и архив телекомпании ФКТ, большой личный архив самой Людмилы Ищенко и сочинцев, которые любезно передают руководителю проекта свои бережно хранимые семейные фото и видеоматериалы. Проект телекомпании ФКТ, который называется «Передовая память», это коллективный проект, у которого есть огромная авторская группа. Вот, и пользуясь случаем, я говорю искренне благодарности всем. «Передовая память», отмечает Людмила Ищенко, призвана сохранить память о солдатах и офицерах Второй мировой. С каждым днем их остается все меньше. Сердце боль и вина, ветераны-герои уходят. Их осталось так мало на всей необъятной стране. Сквозь призму прошлого «Передовая память» расскажет и о настоящем, о том, как много делается сегодня в Сочи для сохранения памяти Великой Отечественной. Будет много информации о военном Сочи и не только, как о городе-госпитале. На самом деле это понятие гораздо шире. Ведь здесь был истребительный батальон, здесь ремонтировали горные «Катюши», выпускались бутылки с зажигательной смесью. Было еще очень много-много интересного, не говоря уже о людях, которые работали здесь. Но нам в нашей повседневной жизни ведь некогда остановиться, зайти в музей, посмотреть, почитать, что-то узнать. Но вот мы такую возможность даем. Готовить программы не просто, говорит автор проекта, в том числе и потому, что материалы находятся на разных носителях, включая и кинопленки советских лет, и бытовые кассеты. Работать приходится едва ли не в круглосуточном режиме, но «Передовая память» того стоит. Проект на телеканале ФКТ стартует в ближайшие дни.